считать ее величайшей женщиной нашей страны, не только Абхазии, а всей России, нам никто не помешает, потому что ее величайшие мучения – это исторический факт, и исторический факт, что она верность мужу, верность правде его жизни поставила выше своей жизни самой. У нее был эпизод, где я читал в каких-то воспоминаниях, когда ей дали встретиться с родственниками в Тбилиси, в КГБ. Она уже многие месяцы никого не видела, она бросилась к ним, ласкаясь и так далее. Но в процессе разговора выяснилось, что все они сознались. И здесь хватило силы, мужества отстраниться от них, сказала: я вас не хочу знать и не буду знать. Мне кажется, что Абхазия должна этой величайшей женщине поставить памятник. Этого памятника в Абхазии не хватает.